Просто они уже получили свои подарки. Заходи на сайт букмекерской компании 1xbet и участвуй в рождественском розыгрыше автомобиля BMW M3. Букмекерская компания 1xbet. Делаем Санте выходной. А вы с вами братья Халбер, Юлия Халбер и Кузьма Халбер. Нет, я Иван Г. Сегодня в дегустационном центре Юлия Онешко и Никиты Гридина находятся под прицелом чипсы. Кузьма Гридина и Юлия Онешко. Кузьма Гридина? Придется быть. Юлик и Кузьма Венеция начинается с Юлика Кузьма. Но это не Юлик и Кузьма Венеция. Ну да, это украденное шоу. Украденное шоу. У нас сегодня разные чипсы, не русские, как видите, буковки английские. Уже мерзко становится, как только подумал, что это не русские названия. Но вполне возможно, что они очень вкусные. Хочу эти открыть. Эти открыть? Кольца? Тут очень много экземпляров. Вкусно, давай кольца. Цены вы будете видеть на своих экранчиках. Они дорогие все? Ну, для пачки чипсов, да, дорого. Onion rings. Ну, хотя это не чипсы, это луковые кольца, они стоят дешевле должны. В общем, пиварды. Да, да. Но, по-моему, это и хорошо. А вот здесь у меня зубы больные. Ну, плохо тогда. Безвкусные почти, что очень твердые. Да. Не стоят 100 рублей, если они столько стоят. Они больше стоили, по-моему. Ну, хуйня, короче, полная. Onion rings. Дизлойся. Дизлайк. Чё, может, у тебя есть классная история про луковые кольца? Чё? Растянуть хронометраж. А, нет. Смотри, тут есть чипсы с трюфелем. Это нормальная тема. О, мужик, пахнет очень странно. Да, правда? Ой, слушай, прямо пахнет трюфель. Давай попробуем. Давай. Трюфелёк. Какие-то фуфлыжные чипсы. Ну да. Как ты знаешь, типа, трюфельный слишком. Да, я вообще ничего не чувствую. Мне кажется, они самые дорогие. Наверное. Пахнет как канцелярия. Тут точно есть трюфель. Капает. Не, я даже есть это не хочу. Отстойные чипсы. Отстойные чипсы. Хуйня полная, блядь. Ничто не дотягивает до читаса или лейса. Это просто дизлайк. Не, лейс хуйня. Почему? Ну, потому что мы в Юлик и Кузьма Венеции, когда будем снимать про нормальные чипсы, я тебе докажу, почему Лейс хуйня. Самые вкусные Принглс. И вот эти привлекли упаковка. Потому что она яркая, да? Да, сладкая чили. Ну, вообще без вкуса. Они все какие-то очень жесткие. Может, это в России только в чипсы добавляют столько химикатов, что просто выжигало все. Чтобы ребенок как наркоман, он про всем забывал, только покупал эти чипсы. Да эти какие-то странные, они твердые, и вообще вкуса нету какого-то яркого, вообще никакого. Но упаковка, конечно, не в зачет, я бы купил бы с такой упаковкой. Маркетологи у них лучше работают, чем у нас. Их можно есть. Вот это полная фуфлыжня, а это есть вообще невозможно. Просто твердый жареный. Из всех, что мы ели, мне это больше всего понравилось. Вот это? Нет, не меньше всего. Нет, трюфельный меньше всего. Но все равно не дотягивает до русских чипсов. Безвкусный. Давай вот этот. Смотри, какая упаковка пафосная. Я думаю, что тут мы получим тоже безвкусные чипсы. Йоркширский кри... Это может для собак чипсы? Нет, Йоркшир — это город в Англии. Вкусно. Да? Да, как будто тушенку ешь. Они такие приятно сладковатые еще. Да. Я все равно не могу понять, что это за вкус. А, лук. Чеддер и карамелизированный лук. Поэтому так вкусно. Поэтому сладковато. Вот и мы раскрыли загадку, Юля. Это лайк, заслуженный лайк. Да, это хорошие чипсы. Ну да. Просто с солью. Кто вообще покупает чипсы со вкусом соли? Тоже не понимаю эту хуйню. Но с другой стороны, в вот у них всех есть соль. Когда ты пивас пьешь, типа тебе нужно такое что-то соленое и это, одного вкуса. Тут-то. Полная хуйня. В глаза вот накрошить разработчику этих чипсов. А в ГМ ты перепутал видео. Я даже больше пробовать их не буду. Так, а предлагаю еще одну розовую пачечку. Может, эта розовая пачечка будет вкусной? Шотландские, какие-то все британские чипсы. Браун коктейль. О, рифленые. Но пахнут они тоже странно. Почему нет чипсов с ядовитым вкусом? Самые вкусные читос и Принглс. Да. Да, это со вкусом, но прикольно. Да. Это томат. С уксусом. Да, вот это кислятина, это уксус, по-моему. Вкусные. Да, прикольные. А это правильно, они подошли, уксуса залили в пачку, перемешали, подождали, пока высохнут. И уже потом только выпускаешь. Это как
Pringles с кетчупом, там тоже много уксуса. У Pringles, мне кажется, не такой вот прям яркий вкус, как у этих. Это крутые чипсы. Ну и фаворит на сегодня. Не то, что крутые, но у них явно есть вкус. И они мягче, чем вот аналоги рифленые Estrella, типа и прочая хуйня. Теми можно небо поцарапать. Угу. Бля, вкусные чипсы, я бы их и ел. Давай следующие. Я сделал две таких пачечки, потому что мне очень хотелось попробовать до съемок. Кукурузный начос с белым чеддером. Угу. Очень приятный вкус. Он такой ненавязчивый, но вкусненький, он чувствуется. Я люблю начос. Особенно макать в этот... Не в красный, зеленый, в гуакамоле. Они как картон. Четкий картон. Как... На хлебце похоже. Да, и на попкорн чем-то. Но мне нравится. Специфично. Похоже на сырные чипсы. Ой, попкорн. Да. Если вы не знали, попкорн тоже делается из попкорна. А, мы для Джулиус Узнает снимаем опять, да? Опять для этого тупого канала, блядь. Ну ладно, хороший канал. Я там много узнал. Вот вы видели в видео множество невероятных фактов. Я просто охуел, как там их много. Никакие, они все невероятные. Слушай, вот ты мне тогда сырный попкорн дал попробовать. Он такой вкусный, кстати, оказался. Вот этот чипсы они напомнили это, но все-таки эту роль должен выполнять сырный попкорн. Мне эти чипсы так зашли. Не очень похожи на начос. Но их можно макать во что-нибудь. Я тебе говорю, в гуакамоле, да. Но типа они же не внутри с соусом, как сухари русские. Давай вот это попробуем. А что это такое? Мистер Макс, что это такое? Винчетти Видал, паприка. Не, это правильно. Винчетти Видал, о! Все очень натурально. Везде, где есть вкус, то ты чувствуешь... Какие страны какие-то на этот? Я говорю, паприка тут есть, но как будто правда паприку добавили, а не заменитель вкуса паприки. Мой с детства раздраженный рот этими всякими кирешками и прочим. Нет, ничего себе чипсы, кстати. Неплохие, но их скучно есть. Нету вау у этих чипсов, да? Нет, но у этих вау есть. Прям они очень вкусные. И вот эти. Наш мой фаворит этот и этот. И вот это третье место занимает. Какие самые кукурузные, на твой взгляд, чипсы? С трюфелем и вот эти, биоргани, которые. Yeah. Мне больше всего понравились тоже вот эти и начос с чеддером. Сами как по себе они не особо прикольные, но вот с чем-нибудь их есть будет здорово. А самый фуфлыжный, по-моему, ну то, что было без вкуса, это трюфели странные и что-то еще. И вот это вот, просто с солью. Ну и колечки тоже так все. Да. Вот колечко а-ля, это другое дело. Я бы покурил бы чисто. Скучные чипсы, невкусные. Кушайте то, что у нас. А эти чипсы как Европа. Да. То есть ты гуляешь по Европе, видишь красивые здания, ты видишь но все очень постные. Натуральные ингредиенты. Ну это как бы на. А вот в России, типа, ты можешь, знаешь, где попасть мы в Ахтюбинск, блядь. Когда ты ешь русскую картошку, она настолько жирная, что тебе голова болит, начинает от холестерина. Потому что, блядь, с душой нахуй русской сделали. Да. А это, блядь, детей, блядь, пидоры завели нахуй, и чипсы для них, блядь, сделали, чтобы он, блядь, не порезался случайно, блядь. Не ведитесь на... Не русская, блядь. Не ведитесь на красивую упаковку. На этом все. С вами был дегустатор Кузьма Халбер и Юлик Халбер. Нет, мы не Халбер. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока. Мы не Халбер.